Это рекорд. Это рекорд. Сейчас пидержки все запорят. О, да, московские! Это вот там последний. Ты знаешь, то, что после белого все станет зеленым? Это я выдала, вот это я выдала. Все, буду летать по скатам теперь. Я хочу быть зеленой. Тебе там что летать? Если что-то будет получаться из того, что мы 3 дня работали, просто будет хорошо. Начинай. Если нужно будет увязнуть, да, ты подходишь, да, ближе всегда к мячу. И она становится у нас третьим ходом. Я с детского футбола по 20 не сидела. Поэтому интенсивно двигайтесь. Девчонки, красненькие, опустите, пожалуйста. Это очень сильно, это очень сильно. 2 сантиметра. Правило для всех. Ну куда ниже-то? Сейчас выйдешь. Всем хорошо, сейчас одевайся. С тобой Солодухин и работает. Одно касание, 2 касания венгерка. Она уже под давлением. И получается, кому ей отдавать? Встаньте, сразу же. Ищи за спину поля. Смотри. Ты хочешь? Браво, девочки, браво! Елена, это самый важный дубль в вашей карьере? Ну, нет. Ну, за сборную, да. Здравия. Спасибо. Часто 2 забиваешь? Ну, в последних матчах. Ну, как, в Суперлиге забивала, в молодежной.
тоже забивала. А сколько всего могла сегодня забить, если все реализовала? Ну, моментов еще, наверное, 2 точно. Ну, то есть надо прибавлять еще, да? Да, еще надо поработать чуть-чуть. Давай, давай. Может, это? Хороший? Ну, ничего. Ничего. Так, без... как это? Мы не проиграли... Блин, а как? Мы проиграли бой, но не победу. Да, мы проиграли бой, но не проиграли войну. Да. Ауф. Ауф. Пойдем, сок. Я уверена, что там мяч пускает. Я прям вижу мяч, лечу левой ногой. И ты вместо мяча меня просто бьешь. Стой. Ты мне вот сюда прям мочила две ноги, ты мне убил. А ты мне две ноги. А ты мне одной ногой две ноги убила.